К Украине 3000 американских солдат отправляются в Восточную Европу. Туда же отправляют бронетехнику. Для чего и что вы ждете от этого? Я ничего не жду, Лу. На Украине уже все решено. Единственное, как США могут как-то повлиять на происходящее в регионе и изменить ситуацию, это начать убивать русских. Убивать русских, убивать так много русских, что даже российские медиа не смогли бы скрыть тот факт, что русские возвращаются на родину в гробах. Но это, учитывая поддержку, которую мы оказываем украинцам, учитывая возможности самих украинцев, которые... Это вряд ли произойдет.